Добрый день, с вами Аморалики, и сегодня я вас научу курить спайс в домашних условиях. А пока что мы рубанем катку в дотку с годнями. Итак, приступим. Очень быстро хапай мандейкинга, чтобы делать бобо и лишать силы маленьких магов. Как мы видим, маленькая рыбка и пылесос легко поддаются моим скиллам, значит, что пора нагибать. ФБ за нами. Пылесос становится лакомым кусочком для меня. Так как это игра с годнями, первого годня надо обязательно слить. Слаженная работа незнакомых для меня людей, которые раз поражают. Попытаемся спасти дедушку. Эти змеи ни на что не способны против дохлого пуджа. За нами ползет красный мужик, а это значит, что чей-то орех сегодня будет взломан. Прекрасная работа. Даже под лоу-хеде я не отступаю, ведь сила в скилле. Вот и полное здоровье. Бесстрашный зеленый веник, кустар, а также маленькая рыбка атакует мою попку. Но ничто не в силах меня убить, даже ульта пылесоса сносит всего 200 очков здоровья. Напряженный дед делает тройное убийство. Когда Годин пронес почти все стороны, время замеса на фонтане. Пуканы взрываются от негодования проебанной катки и проебанных сетов. Отличная катка, заслуженный мистикл сет.